Перемога будет за Украину, когда бы не закончилась война. Они готовятся взять наш Крым, ну а мы делаем единственное, что мы можем делать в этой ситуации, мы бомбим. Українські збройні сили та український народ витримали першу навалу рашистської армії, яка чисельно переважала Збройні сили України. За цей час наші збройні сили завдали значних втрат ворогу. Вони відкинули його із значної кількості областей, провели дві потужні контрнаступальні операції, а зараз впевнено дивляться на те, що разом із заходом забезпечить собі перемогу. Як ми знаємо, агресор намагався реалізувати стратегію Бліцкригу, чомусь важав що його будуть зустрічати з квітами, але його зустріли вогнем. Усе пішло абсолютно не так, як він планував. І коли він намагався протиснутись з напрямків в 10 областях, з кожним місяцем зона присутності зменшувалась. Плани ворога не витримали зіткнень з реальністю, опором українського народу та супротивом Збройних сил України. Ми налаштовані на максимально швидкі дії, але це потребує чіткого альянсу та взаємодії з нашими партнерами. Наші військові налаштовані на те, що хочуть здобути перемогу цього року, але реальність буває іншою. Тому ми маємо налаштуватись на будь-який сценарій, розуміючи, що перемога все одно буде за нами, але це потребуватиме додаткових сил, можливостей та мужності від кожного з нас, навіть якщо це триватиме не один рік. Німецькі танки Леопард готують до відправлення в Україну, а наші бійці продовжують навчання на цих панцерниках. Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко. Він поділився відео свого брата Володимира, який відвідав полігон у Німеччині і випробував леопарди. Рік тому я б навіть не подумав, що керуватиму таким котиком рік війни в Україні, рік страждань, рік як наша сила волі стала міцнішою ніж будь-коли, такою ж сильною, як цей танк. Дякуємо Німеччині, дякуємо вільному світу за все, що ви робите для нас, українців. Слава Україні! Героям слава! Які враження? Припрашаємо дорога на Москву? Дорогие друзья, приветствую вас на моем канале. С вами Тарас Березовец. Накануне я записывал блог, посвященный итогам года с дня полномасштабного вторжения в Украину, которая случилась ровно год назад, 24 февраля 2022 года. В вчерашнем видео я подробно разобрал моменты, связанные с ошибками, которые допустило российское военное командование, и дал свой прогноз окончательного завершения войны. Если вы не посмотрели это видео, можете это сделать по ссылке, которую я закреплю в конце сегодняшнего анализа. А сегодняшнее видео я бы хотел посвятить Ситуации без преувеличения угрожающей во всех смыслах, и это уже не фейки российской пропаганды, это действительно так. Ситуации <coughs> обострения в непризнанной Приднестровской Молдавской Республике, так называемой ПМР также российским агрессивным планом, потому что российское военно-политическое руководство обвиняет Украину в подготовке как раз таки операции по деоккупации Приднестровья. Как на это реагируют в самой Молдове и почему обострилась вся ситуация вокруг Приднестровья, какие сроки ее разрешения, об этом, обо всем поговорим в этом специальном видео. Итак, ситуация с Приднестровьем обострилась буквально накануне. Российские государственные СМИ стали сообщать о якобы концентрации вооруженных сил Украины на границе с непризнанным Приднестровьем еще 23 февраля. Министерство обороны Российской Федерации обвинило Украину, сделало два специальных заявления. И в частности 24 февраля Минобороны России обвинило Украину в подготовке вторжения в Приднестровье. Эту информацию отрицало как военно-политическое руководство самой Молдовы, так и отрицали эту информацию в Украине. По утверждениям российского МО, оно зафиксировало значительное скопление личного состава и военной техники украинских подразделений вблизи украинской приднестровской границы, так в оригинале, развертывание артиллерии на огневых позициях, а также беспрецедентное наращивание полетов беспилотной авиации ВСУ над территорией ПМР. Реализация планируемой провокации украинских властей несет прямую угрозу российскому миротворческому контингенту, развернутому на законных основаниях Приднестровье. Вооруженные силы Российской Федерации адекватно отреагируют на готовящуюся провокацию украинской стороны. Ранее э, Министерство обороны России утверждало, что в качестве предлога для вторжения планируется инсценировка якобы наступления российских войск в территории Приднестровья. Для этого украинские диверсанты, утверждали в российской Минобороны, будут переодеты в форму военнослужащих вооруженных сил Российской Федерации. Власти Молдовы заявили о том, что подобное заявление не имеет ничего общего с реальностью и призвали всех ориентироваться на информацию из официальных и проверенных источников. Что же произошло и почему началось это обострение, и почему оно совершенно не случайно, и почему военный преступник Игорь Стрелков Гиркин в своем свежем видео утверждает, что молдовский, молда, скажем так, молдовско-приднестровский кризис, назовем его так, инспирированный Россией, будет разрешен уже в марте месяце. И сама провозглашенная ПМР прекратит свое существование до конца марта. Именно об этом заявил Стрелков Гиркина, а Россия ничего сделать не сможет и помешать реально никаких возможностей у нее нет. Российский контингент, так называемый миротворческий, который находится на территории самопровозглашенного Приднестровья с начала 90-х годов это остатки еще советской 14-й армии, которая командовал преснопамятный генерал Александр Лебедь. И самое главное огромные склады, которые находится на территории 150 гектаров, 20 тысяч боеприпасов по Приблизительным подсчетом находится в колбасной, буквально в нескольких километрах от границы с Украиной. Вот это, собственно говоря, и является самым тем лакомым кусочком, вокруг которого сейчас и ломаются все копии. Россия, безусловно, очень сильно истерит по поводу того, что если действительно этот сепаратистский нарыв на теле Молдовы будет ликвидирован. И произойдет зачистка этой территории от сепаратистов и незаконно находящегося там российского военного контингента, который власти Молдовы потребовали вывести еще в мае прошлого 2022 года. Об этом же заявил и новый премьер-министр, и он выходит из силового блока. Дарин Ричан заявил о том, что, по сути, поставил ультиматум российской стране вывести российский, так называемый, в кавычках, миротворческий контингент в самое ближайшее время. Самое главное, что этот процесс стартовал еще в прошлом году, освобождение от этого сепаратистского нарыва. Совсем недавно президент страны Майя Санду встречалась в польской столице Варшаве с президентом США Джо Байденом в ходе которого она официально пригласила его посетить Молдову, но, как считают многие инсайдеры, речь шла в том числе о решении Приднестровского кризиса, тем более кризиса, созданного рукотворного России еще времен Бориса Ельцина, а также тем, этот кризис обострился не из-за действий руководства Молдовы ни в коем случае, не из-за действий руководства Украины, а из-за действий Путина, о чем я расскажу далее. Как известно, президент Украины, главнокомандующий, верховный главнокомандующий Владимир Зеленский еще, 13, еще в феврале месяце, 19 февраля в интервью западным СМИ заявил о том, что готов помочь отразить Молдове агрессию Российской Федерации и демилитаризировать Приднестровье. Президент Санду знает, что мы можем помочь, Молдова не граничит с Россией, но россияне могут использовать местные аэропорты и своих военных в Приднестровье. А еще 13 февраля Санду заявил о том, что Россия планирует совершить в Молдове государственный переворот. Эта информация была получена от украинской разведки. А в свою очередь президент Молдовы получил эти данные еще 9 февраля от Владимира Зеленского. Тогда Санду заявил о том, что нападение на Молдову готовится. И за этими планами стоит Российская Федерация и ее спецслужбы. Парламент Молдовы должен как можно скорее принять законопроекты, которые обеспечат службу безопасности информации СИБ Молдовы, это главная спецслужба Молдовы, и прокуратуру инструментами для более эффективной борьбы с рисками для безопасности. После этого произошла перестановка, изменение состава кабинета министров, хотя там поменялось всего лишь три министра, но к власти пришел представитель силового блока, личный советник по вопросам нас безопасности Дарин Ричан, который возглавил правительство Молдовы, которое уже в Москве окрестили правительством ястребов из-за занятой принципиальной позиции. Позиция это заключалась в том, что руководство Молдовы последовательно с 2022 года, на самом деле эти заявления делались и ранее, но еще раз повторю, наиболее акцентированно, они прозвучали В мае має минувшого, коли руководство Молдови потребовало виводу російського окупаційного контингента, підпишіться на канал і не пропускайте нові відео. Пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми також будемо вдячні за підтримку нашої роботи на Patreon або інших зручних платформах. Реквізити в описі до відео.